Для Алишера Мирзаева это второе рождение. Буквально через месяц он отметит 37-летие. Это просто чудо, говорят и близкие, и друзья. Они до последнего верили, что вернется живым. Он герой, просто реально он герой. Он герой, он реально. Я реально верю. Он должен жить. Алишер Мирзаев будет под наблюдением врачей. Первым делом полное обследование, компьютерная томография. Он как бы стабильный, разговаривает, сознание, возможно, он в шоке. Сейчас мы сделаем компьютерную томографию, сейчас посмотрим и УЗИ, и все анализы возьмем. Потом только скажем конкретно состояние, какое у него хорошо, и что дальше будем делать, какие повреждения есть или нет. Алишер Мирзаев стал 143-м спасенным шахтером с подтопленного рудника «Мир». Медицинские работники Центральной районной больницы готовы в любой момент принять спасенных. У нас работают, значит, работают врачи из медицины катастроф, Республиканского центра медицины катастроф, 2 реаниматолога, 2 травматолога, 3 хирурга. И дополнительно наши реаниматологи, хирурги, травматологи, ну и все наши врачи. Мы будем сидеть в ожидании, мы будем в готовности. Иванна Филиппова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».